впервые уникальное состязание. Опалубочная фанера Свеза ДЭК 350 против обычной ламинированной фанеры. Состязание определит лучший материал для опалубочных работ. Претенденты. Обычная ламинированная фанера и опалубочная фанера Свеза ДЭК 350. Наш ринг. Фрагмент монолитного перекрытия. Типичная планировка современной квартиры. Здесь предусмотрены технологические отверстия, воздуховод и сантехнический стояк, а также колонна. Наша цель – определить победителя, того, кто по-настоящему быстро справится с задачей, того, кто сэкономит время и деньги. Итак, первый раунд. Настил фанеры. Свеза ДЭК 350 стремительно вырывается вперед, обходя отверстие без использования рулетки, только при помощи разметочной сетки. Еще одно дополнительное преимущество – доборы режутся прямо по линии, без замеров и лишней траты времени. И первый раунд с большим отрывом выигрывает Свеза ДЭК 350. Отметьте нужный размер по квадратам или по рулетке. Отрежьте нужный кусок по линии разметки. Если линия реза не совпадает с линией разметки, воспользуйтесь линейкой на платформе пилы. Второй раунд. Установка арматуры. Установка стульчиков и арматуры проходит практически в одно касание. Без замеров и разлиновки. Прямая линия всегда перед глазами. Еще несколько секунд и... Да, Свеза ДЭК 350 – однозначный фаворит сегодняшнего состязания. Установите пластиковые стульчики, ориентируясь по линии. Уложите арматуру на стульчики, ориентируясь на разметку. Это обеспечит параллельность.